Пришел конец постоянным поездкам в транспорте, пересадкам и ожиданиям на остановках. Вот он, новый сад практически под боком. У него очень симпатичное название – Антошка. Будущие воспитанники вполне освоились на территории. Участники дорожного движения – это кто? Пешеходы. Все очень ждали этого дня. Старшего сына, в общем, я возила в центр города, в Новоюжный район. Среднего сына тоже туда возила. Но, наконец-то, нам повезло. Третий ребенок у меня пойдет в этот новый садик. Садик, конечно, очень красивый, шикарный. Мы надеемся, и персонал там будет очень хороший. В общем, мы очень рады и довольны. Садик построен почти за год. В него вложено около 150 миллионов рублей. За ходом строительства по поручению главы республики был особый контроль. Все сделано в срок. Результат превзошел все ожидания. 12 групп с евроремонтом и новыми игрушками. Медицинские и пищевой блоки. Бассейн, зал для музыкальных и спортивных занятий. Компьютерный класс. Детский сад рассчитан на 240 мест, но мы добавили средства из муниципального бюджета из расчета 50 тысяч на место. И в целом здесь будет открыто 340 мест. И дети, и родители, и воспитатели довольны проектом. На торжественном открытии столь долгожданного детсада были и будущие мамы и папы. Они с понятным интересом рассматривали новое здание. Теперь можно быть уверенными, с каждым годом в новом микрорайоне детских голосов будет все больше. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.